Дорогие жители Обнинска, поздравляем вас с Днем народного единства. Представители разных национальностей живут в нашем городе, передовом, многонациональном, устремленном в будущее. Но Кагарат создавали люди талантливые, трудолюбивые и творческие. Когда-то практически все народы, населявшие Советский Союз, были представлены в Обнинске. И мы всегда были единой, сплоченной семьей. В этот праздничный день хочется пожелать всем силы духа, единения, творческой свободы, стабильности и уверенности. А главное – мирного неба над головой. Уважаемые жители города Обнинска, в День народного единства хочется пожелать уважения друг к другу и доброго понимания и милосердия, искренних отношений, великодушия. Пусть наш народ помнит наши подвиги, нашу землю и наше великое прошлое. Пусть каждый будет счастлив и здоров, патриотичен и свободолюбив. Уважаемые дорогие жители города Обнинска, от имени Еврейской национальной культурной автономии Калужской области и Еврейской общины города Обнинска поздравляем вас с праздником Днем народного единства. Пусть каждый народ в этом мире будет трудолюбив и терпелив, отважен и силен, и пусть жизнь у каждого будет благополучной и богатой. Желаю мира и радости, здоровья и счастья. Желаю каждый день встречать с улыбкой и с крепкой верой в единого своего народа, в единство всех добрых сердец на земле. Поздравляем с Днем народного единства. Желаем, чтобы не только сегодня, но и каждый день мы ощущали силу и дух, культуру и могущество Родины, чтобы понимали, что все мы едины. Каждый человек – это крупица, и в то же время он – это звено огромной и важной цепи. Добра всем, благополучия и силы духа. Дорогие жители города Обнинска, от лица Корейского культурного центра поздравляю вас с Днем народного единства и желаю жить в мире и дружбе народов, шагать ногу с новыми идеями и успешным развитием великой державы. Желаю, чтобы вокруг не было споров и разногласий, чтобы все друг друга понимали, что все друг другу желали только добра и счастья. Здоровья вам, благополучия, процветания и бесконечной любви к своей семье, к своей отчизне, к своему народу и к своим соседям. Уважаемые жители и гости нашего прекрасного города, примите искренние поздравления с Днем народного единства. Этот праздник напоминает нам о гражданственности и сплоченности народа. Поэтому наше поколение должно помнить и передавать нашим детям главную истину. Только в единстве и дружбе народов несокрушимая сила нашей страны. В истории нашего города, региона и всей страны вписаны трудовые свершения и подвиги, победы в спорте, творческие достижения, которые достигнуты совместными усилиями людей разных вероисповеданий и национальностей, но объединенных любовью к Родине. Искренне благодарю вас за труд и участие в жизни Обнинска. Желаю вам мира, добра, счастья и благополучия, успехов во благо нашего города и всей России.